Британии впервые провели репетицию на следующий день после смерти королевы Елизаветы II. Репетиция проходила под кодовым названием «Castledown». Участие в тайной церемонии приняли британские чиновники, в том числе и Тереза Мэй. Эта репетиция не соответствует каким-либо опасениям относительно приближения смерти Елизаветы II. Отмечается, что королева на этой неделе отказалась от участия в службе, которая проходила в соборе Святого Павла, из-за плохого самочувствия. После смерти королевы 600 человек соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении нового короля. После смерти королевы ее тело будет лежать в Вестминстерском дворце еще 4 дня. Напомним, 21 апреля британская королева Елизавета II отпраздновала свой 92-й день рождения.